Поваленные деревья, мусор под ногами, сломанные ветки. Сосны пилят прямо посреди бела дня на глазах у жителей поселка Орешково. Бдительные горожане попросили нашу телекомпанию выяснить, кто же это делает. Точки над «и» расставил директор городского лесничества. Оказалось, деревья валят, чтобы обезопасить близлежащие дома от пожаров. Деревянные строения сейчас находятся буквально в нескольких метрах от леса. Если огонь перекинется на жилмассив, дома могут сгореть в считанные минуты. Было предписание МЧС России о том, что вот вокруг населенных пунктов сделать противопожарные разрывы шириной не менее 30 метров и от заборов отступить не менее 15 метров. Противопожарный разрыв будет проложен от Орешково до Оршана и Лысой горы. На протяжении более километра будет убрана вся растительность. Спиленные деревья вывезем, обещают лесники. Для чего разрыв делается? Для того, чтобы верховой пожар не перескочил. То есть на этом месте хотя бы как-то остановить пожар в случае возгорания, потому что другого выхода нет. Такие же работы скоро начнутся и в советском районе Улан-Удэ. Всего же, чтобы обезопасить город, необходимо расчистить более 100 километров. Евгения Панарина, Булат Бадмаев. Новости дня.